хочу вам кое-что рассказать. Все мои новые ролики, в том числе и шорты, теперь также выходят на новой площадке Noom. А кроме этого, там уже можно посмотреть эксклюзивное бонусное видео со осмотром у Лора и проверочкой слуха шепотом. Ссылка на Noom в описании. Так, здравствуйте. А я как раз вас жду. Проходите, проходите. Рад приветствовать вас в моем ASMR-ателье «Веселые четверики». Нет, к Белоруссии к Лукашенко никакого отношения не имеет. Просто название такое. Располагайтесь, вот здесь поудобнее. Вы ко мне пришли. Вы записывались, да? Вы пришли снять мерки для чего-то конкретного или просто так побалдеть, постоять, покайфовать, поэсмериться? Так, но снимаем мерки как для рубашки, да? То есть и руки, и плечо, и шею, грудь. Далее, Петр, все понял. Хорошо. Хотите выпить что-нибудь? Чайку, кофейку, пепсочки. Заморской нет, есть наша отечественная. И, может быть, вискарика. Хорошо, хорошо. Чайку. Зелененького. Хорошо. Сейчас все сделаем, буквально пару минут. А вот и ваш чаёк. Зелёный с манго у нас остался, только зелёный. Да, да, просто зелёного нет. Хотите отведать аромат? Давайте прямо так там попробуйте. Поухаживаю за вами, как за вип-клиентом. Вкусненько. Немножко горячий. Я вот здесь вот поставлю, тут сзади за мной столик. Если захотите, мне скажете, я вам... Там стаканчик. Ну что ж, если вы не против, вы, пожалуйста, да, вот так. Смотрю, вы уже лишнее все сняли, пока я ходил, да. Не первый раз мерочки, да, снимаете. Да, уже подготовились, да. Вот этой вот маечки вполне будет достаточно. Калышом не обязательно. Может быть, неплохо было бы, конечно, но в другой раз, в другой раз. У меня вот такой есть вот здесь сантиметрчик. Я думаю, раз вы все знаете, особо объяснять не надо. Я буду снимать мерочки с вас, да. Периодически буду их записывать там, да, в вашу карточку. Но мы их просто так запишем, если шить ничего не будете. Вдруг что-нибудь захотите шить. Да, пригодится. Так, сейчас... Чтобы не шлепать вас лентой, короче, сделаю чуть-чуть. Отшлепать, может быть, отшлепаем как-нибудь, но это прям, ну, как-нибудь точно в другой раз, не сегодня. Пожалуйста, стойте, как стоите, да, вот, свое привычное положение тела примите, не надо там как тут, как жидкий терминатор куда-то уплывать, да. Стойте, пожалуйста, ровно. Я начну с вашей шеи. Вот там вот сейчас. И протяну. Вот. Так. Вот так я ленту вам сейчас поправлю там. Так вот, не туго. Нормально, да? Так, сколько? Два. Хорошо. Хорошо. Так, давайте я вам сразу вот так сверху вниз мерочки буду снимать. Сразу вот здесь, пока мы рядом, сразу померяем плечико одно. Вот здесь от основания шеи, да. Плечико у нас тут 15-16. И второе. Нужна одна мерка, но просто сравним. Так, просто сравним. Мало ли есть... Какое-то отличие в мерочках, да, чтобы мы это потом уточнили. А мы же сами ничего не шьем, но все равно, да. Померяем, почему бы и нет. Плечики у вас практически одинаковые. Давайте сразу длину рукава так
расслабьте. Я вам сейчас вот так. До сюда, да. Подлиннее даже. Хорошо. Теперь еще поменьше сделаю. Пожалуйста, приподнимите руку. Давайте вашу левую. Мне как-то вот здесь немножко удобнее. Там в зависимости от пола. Либо по левой, либо по правой обычно меряется, да. Но у нас все-таки будет унисекс. Унисекс мерочки. А руку обратно опустите. Только сильно не прижимайте, да. Вот так вот. У нас получается. Ага. И ваше запястье. Вот так, пожалуйста, руку протяните мне. Сейчас померим запястье. У вас такое нормальное. Вот так. Вот так, да. Сколько у нас получается? Так. Так, тут 9, да. 1, 2. Отлично, отлично. Все, пожалуйста, стойте прямо. Стойте прямо. Мы сейчас начнем измерять обхват груди ваш. Обхват груди. Пожалуйста, руки опять приподнимите. Ага. Вот так. Вон. Опускайте обратно. Все. Так. Сейчас я прослежу. Но все нормально. Все нормально. Нигде не туго, да? Отлично. Значит, только у нас тут. Так. Три мерочки будут. Три, да. Так, 60. Все. Вот сразу же чуть-чуть. Пожалуйста, руки приподнимите. Сразу же. Вот здесь. Снимаем еще одно. Да. Тут у нас получается вот самая широкая, да, выпирающая часть груди. Пардон, прямо через ваши соски нужно проложить ленту сантиметровую. Так, здесь у нас побольше. И вот последнюю еще мерочку. Тут чуть-чуть. Спасибо. Все знаете, ничего объяснять не надо. Так. Под грудью последняя мерочка. Сейчас я загляну за спину вам так. Все нормально, все нормально. Все. Вот так, да, держим. Хорошо, хорошо. Ага. Пожалуйста, руки приподнимите. Вот так. Я сейчас мерочки запишу. Пока не забыл. Так, по несколько штучек будем, да. Значит, полуобхват шеи. Но мы запишем и полный обхват, да. И пополам поделим. Значит, плечо. Вот так вот здесь скобочка. Второй напишем, чубы нет. Длина рукава. Так, полуобхват и обхват плеча. Сначала обхват и через дробь полуобхват и обхват запястья у нас тут и через дробь пополам делим. Далее мы с вами измеряли обхват груди первый, обхват груди второй, обхват груди третий. Вот здесь целиком пишем, здесь половиночку. Так, третий был самый маленький, его половиночка и второй. Самый большой, самая широкая часть груди получается обхват. И половиночка. Так. Чайку хотите? Пока я тут ныряю взад-вперед. Давайте. Я вам дам, не переживайте. Правильно, переживать тут совершенно нечего. Давайте. Он как раз подостыл. Хорошо, печенечку не хотите? У меня там есть овсяное. Или не любите такое, да? Там со злаками. Ладно, как хотите. Но потом, потом. Мы с вами не то, чтобы очень много мерок осталось. Да. Мы сейчас...
Сейчас, значит, талию буквально померим с вами, потом высоту груди. Ну, в общем, ладно, что говорить, давайте мерить. Пожалуйста, руки приподнимите, да? Вот так. Ага. Так, вот здесь у вас талия, да? Самое узкое место. Так, хорошо. И давайте сразу бедра вот здесь вам тоже померяем. Сзади лента должна по самой выпирающей части ягодиц проходить, да? Вот так. Ага, хорошо. Давайте второй разочек, чтобы не ошибиться. Точно. Отлично. Так. Теперь, пожалуйста, тоже вот так вот стойте. Грудь колесом не делайте. Просто вот так вот, как обычно, стоите. Сейчас ширину груди буду мерить немножко, надо ленту поменьше сделать. Вот так. Вот так. Ага, еще поменьше. Во, отлично, идеально. Любите вот этот звук? Я тоже. Я тоже. Так. Давайте измеряем ширину груди вот здесь. Раз, ширина груди первая, и через самую широкую часть грудной клетки ширина груди вторая, хорошо. Так, значит, высоту груди вот здесь вам от этой вот ямочки, да, под шеей. Ага, так, высота плеча косая, раз. Высота плеча косая. Два. Отлично. Отлично. Так. Тут я вам еще померяю. Значит, высота. Высота до талии. Тоже вот отсюда вам прикладываю от этой ямочки на шее. И вот сюда вниз. Так, хорошо. Хорошо. Так, здесь я еще сниму, да, и вот так вот тоже тут 20, диагональчики сейчас померяю, тоже важная балансная мерка, так, 34, 2, 3, 34, 3, и вот здесь диагональчику меряем, 34, 2, 3, 34, 4, 1 миллиметр разницы, это очень даже хорошо, то есть у вас изделие будет сидеть прям так идеально, без перекосов каких-то. Нигде нам не нужно будет с вами, нигде трудности у нас с вами не возникнет. Да. А, я все время забываю, да, мы же с вами просто так для СМРности снимаем мерочки. Так, значит... Я сейчас зайду вам за спину, вы, пожалуйста, стойте прямо, мне там нужно будет снять тоже буквально, ну, парочку мерок. Так, вот так, стойте, один момент. Так, смотрите, сейчас я вам тут спины, ширину спины померяю, да. Вот так, да. Да, не сутультесь, грудь не выпячивайте, стойте, как обычно вы стоите, да. Хорошо, так. Теперь вот так вот сюда подойду тоже. С этой стороны померяю вам. Отлично. Так, это высота спинки у нас тоже вот здесь. Отлично, отлично. Вот здесь я вам высоту воротничка померяю. Вот у нас воротничка не будет, но почему бы нет, да? Значит, тоже вот высота плечо. У нас сзади, и вот с этой стороны тоже высота плеча косая, сзади, с другой стороны плеча-то два у нас, два. Отлично, отлично. Ну что ж, давайте запишем, пока я не забыл. Мерочек мы наснимали прилично, прилично. У нас осталось буквально парочка балансных. Да, я сейчас тут поболтаю, шепотом позаписываю.
Записываю на вас вот так вот, как скала, посмотрю. Вот, но не потому что что-то не так, а мне просто так лучше мерочки вспоминаются. Да, взгляд скалы, он помогает лучше вспоминать мерки. А вы попробуйте тоже так вот, если что-то забыли, вот и сразу все понятнее станет. Лайфхак такой. Да. Так. С вами буквально там пара мерочек. Что говорите? Лицо померить. Ну давайте, а что бы нет. Чуть-чуть, да, там совсем. Как такая вишенка на торте. Такой финальный аккордик, да. Понял. Я, в принципе, все мерки снял. Хотел просто балансные по второму разику померить вам диагональные. Тогда давайте вместо них мы вам мерочки лицо снимем, да? Бонусиком. Бонусик. Бонусик. Все, поехали. Чайку не хотите еще? Ну ладно. Так, делаем покороче. Так, давайте вот ширина лица через нос. Раз, два, три, раз, два, три. Готово. Два, три, четыре, пять. Отлично. Диагональ лица тоже померим. Чего бы нет. С другой стороны. Сюда нолик прикладывайте. Сюда. Шесть, да, шесть, один, два, три. Хорошо. Ширина бровей у нас тут вот нолик. Вот сюда к концу бровиночки прикладываем. И циферки вот сюда. 2, 5, 8. Отлично. Аж свои брови зачесались. Так. Межбровный разрыв. Расстояние между бровей. Так. Хорошо. У меня вот тут что? Натер. Натер. Так сильно думал, сидел, что натер. Видите, там такой красненький. Ну, так, значит, вот здесь обхват подбородка мы с вами изменяем. Так, обхват подбородочка, нолик у нас вот сюда идет. 22, 3, отлично, отлично. Так, ширина губ, высота губ. Ширину будем мерить. Давайте тогда делайте классическое, классическое пю. Да, такое. Без изысков, так, не вычурная. Вообще идеально просто, блин. У вас так хорошо получается делать пю. Уже не первый раз вижу, как вы делаете классическое пю. И прям, ну, шикарно, шикарно. Все, достаточно, достаточно. Подскажите секрет вашего пю. Ну, я в те годы немножечко другими вещами увлекался, да. Поэтому не практиковал пью. А у вас получается уже, это же сколько лет-то опыта? Больше 10. Ага, ничего себе, да, почти 15. Да, за 15 лет, конечно, это талант. Это получается даже не талант, это, наверное, столько лет практики, да, у вас. Да, столько пью делать. Блин, я честно вам скажу, завидую. Я такое пью делать не умею. Белой завистью завидую. Так вот тут ширину померим. Одна щека, другая щека. Теперь ваш прекрасный, пардон, лоб. Высота лба. Так, нос теперь. Так вот прям с изгибом. Я вам сейчас здесь пальцем придержу. Вот туда немножко подверну. Да. Так, у нас тут да, 6-7 ровно. Ничего себе. Диагональ носа раз, диагональ носа два, глаза, давайте глаза, раз, глазик, два, глазик, глазик, два, и буквально здесь еще чуть-чуть, опа, опа, и опа. Что ж, в принципе, это все. Да, щеку хотите? Ну, давайте я пока запишу. Нравится вам, да, когда мерочки записываю. У меня ведь планшет поменялся, и звук другой стал.
по нему хорошо делать таппинг. Ну вот для записи надо что-нибудь мягкое, наверное, подкладывать. Да. Жестковато звучит. Так, ну что ж. Печеньку точно не хотите? Хорошо, ладно, сам съем. Вы знаете, я сейчас на диете. Вот, поэтому как бы мне особо нельзя. Но я так по чуть-чуть, по две печеньки съедаю в день. Ой, да, как вам сказать-то, пузо растет. Да. Ну, может быть, вам-то так не видно, да, вам не видно, но оно вот растет предательски. Да, решил немножко от него избавиться. Да, все-таки я уже не так молод и горяч, как раньше, поэтому с пузом тяжеловато становится. Но это лично для меня. Вот. Мне просто не очень идет при моей комплекции пузо, поэтому да. Я вообще не против пузов. Или пуз, как правильно. Да. Так что. Так, что ж это все? Чайку. Чайку. Держите. Вот так. И еще разок. Очень вкусно. Я вам оставлю здесь, будете допивать. Все, напились. Что ж, огромное спасибо, что заглянули в мое ASMR-ателье веселые чик-чирики. Приходите еще, что у вас снова. До свидания. Если вам понравилось это видео, не стесняйтесь поддержать его лайком и комментарием. Также хочу выразить огромную благодарность моим подписчикам на Boosty. Отдельное гигантское спасибо подписчикам уровня меценат. Это Индри Биктор, Ник Гайдай, Эр Тилор, Амир Кушалиев, Денис Толпыга, Екатерина Борисова и Ольга Рудакова. Еще раз всем спасибо и приятных снов.